Вернись. Проклятие теперь мне достанется. Лебединое озеро. В фильме снимались Макс Урлагер, Итка Шнейдер, Ивана Шилкова, Ян Никлас, Сюньви Мелис, Ян Хрусинский, Рудольф Хрусинский, Мирослав Таборский и другие. Сценарий Милош Макоурек, композитор Андрей Соукуп. Оператор Рудольф Блохачик. Режиссер Вацлав Ворличек. Думаю, мы сегодня и крота не поймаем. Спокойно, спорю, сегодня будет добыча. Ночью я видел сон. По рукам, если добудем, получишь золотой. Стефан, смотри. С ума сошел! Одной стрелой, вот это да! Лебеди не стреляют. Но я хотел получить золотой. Я сплю. Это лебедь. Не стой, помоги. Да, мой принц. Зачем девушка летала над нашим лесом? Приветствую вас в замке короля Рихарда. Скажите, добрый человек, откуда вы и что вам угодно? Я прибыл по поручению величества озерной королевы. Принц Виктор с самого утра на охоте. Это ничего не значит. От его имени я заверяю озерную королеву. Он охотно откликнется на приглашение посетить ее. Передайте, пожалуйста, вашей королеве мою благодарность за прекрасный подарок. Такие жемчужины действительно большая редкость. Одни богачи гордятся золотом, другие серебром. А наше королевство, хоть и небольшое, но имеет несравненное сокровище жемчуга. Это называют справедливостью. Я ее добыл, а домой везете вы. Придержи язык, Стефан. Позволю напомнить, вы должны мне золотой. Дошло до нас, что в окрестных королевствах таинственным образом исчезают молодые принцессы. Не могли бы вы сообщить мне об этом что-нибудь новенькое? Мне ничего не известно. Ваше Величество. Озерная королева никогда не видела Виктора? Ваше Величество, мне кажется, ее скорее интересует наше государство. Ее озерная страна маленькая, а наше государство самое большое. Но хотя наша страна маленькая, вы прекрасно знаете, она господствует над всеми озерами. Жемчуг, который вы добываете со дна Лебединого озера, это огромное богатство. Я приветствую дружеские связи наших стран. Рихард, но озерная королева намного старше нашего сына. О, что с того? Разве у нашего Виктора есть другой выбор, если все принцессы из соседних государств вдруг исчезли? Ему самое время жениться. У него родится сын, наследник.
Нет, нет, это приглашение весьма кстати. Нашему королевству оно вполне подходит. Прекрасные жемчуга. Ах, Рихард. Позови гофмейстера. Что с ней? Может, она больна? Пошевеливайся, неси ее в замок и побыстрее. Эй, служанки, бегите за свежей водой. Какая красивая девушка. Нет, Робин, не теперь. Принимайтесь за работу. Ваше Величество, принц Виктор вернулся с охоты с необыкновенной добычей. С двуногим существом. О. Он подстрелил аиста. С позволения сказать, нечто более симпатичное. Ждите здесь. Так, это ей поможет. Как же случилось, что ты стала лебедем? Кто же ты? Что происходит? Кто это? Не знаю, она упала с неба. Виктор, мне надо с тобой поговорить. Злой волшебник превратил ее в лебедя. А эта стрела пробила заклятие. Другого объяснения я не вижу. Тогда ей очень повезло, что твой Стефан ее подстрелил. Прочти письмо. Великолепная возможность. Но озерная королева меня не интересует. Я уже дал согласие от твоего имени. Готовься. Но, отец! Больше ни слова. Робин, молчи. Давай снова. Тебя кто-то заколдовал. И ты не можешь говорить, да? Робин, молодец, Робин. Ничего не поделаешь. Робин влюбился в тебя с первого взгляда. Откуда ты? И куда ты летела? Это далеко отсюда. Ваше Величество, ради Бога, пощадите. Ты должен охранять лебедей. И вот одна сбежала. Что мне с тобой делать? Мою любимую рыбу я давно не кормила. Умоляю вас. Приказываю тебе смотреть. Начинай. Thank you.
Теперь ты видел, что случается с нерадивыми лебедиными сторожами? Полагаю, это будет тебе наукой. Молодой человек забыл, что точность одна из королевских добродетелей. Что с ним? Но, Рихард, молодой человек не может проспать, если он совсем не спал. Он всю ночь сидел возле раненой девушки. Всю ночь сидел у постели? Но зачем? Рихард, так и должно быть. Это возвышенное чувство. Это любовь. Наш сын наверняка откажет озерной королеве. Об этом и речи быть не может. Птицы, ваше высочество. Благодарю. Сюда, к кровати. Это Фиц, Фуц и Фац. Можете идти. Я оставлю их здесь у тебя, с ними тебе будет веселее. Доброе утро. Как мы себя чувствуем, дитя мое? Жару уже нет. И спали мы. Хорошо? О, как на волнах. И как крепко. Дитя, это меня радует. Можно разрешить даже небольшую прогулку, но повязку мы пока еще оставим. И не переутомляться. Поправляйтесь. Далеко улететь она не могла. Найди и верни ее. Мой волшебный посох поможет тебе в поисках. Полетишь с ним в дорогу. Ваше Величество, не сомневайтесь. Я настигну ее даже на краю света. Ты не поранилась? Могу я тебе узнать... Может, ты покажешь, что тебе нравится? Смотреться? А ты любишь читать? Что тебе еще нравится? Флейта! Ты играешь на флейте? А меня учили играть на пианино. Что ты еще любишь? Ты плаваешь? Ныряешь. Я умею тоже нырять. А я тебе нравлюсь? Немного. Подаришь мне поцелуй? Самый маленький. Можно я тебя поцелую? Это последний кусочек, и все. Так, конец. Почему мы не подождали отца? Он сказал, что не будет обедать, ему не здоровится. Ты же ранена.
Виктор, для этого есть слуги. Ну, мама, я делаю это с радостью. Тогда все в порядке. У меня есть предложение. Утром, после того, как врач снимет у нашей гости повязку, мы приготовим перо и чернила. И она все о себе напишет, кто она и откуда, и что с ней приключилось. Вы согласны? Тогда тайна откроется. Смотри, моя прекрасная незнакомка, сегодня ночью звезды сияют только для тебя. А какой прекрасный день будет завтра. Но ты замерзла. Сойдем вниз. Так, мы там были. Наконец-то. Туда. Покажи. Есть на что посмотреть. Больше, чем вчера. Пойдет. Я хотела подать завтрак, милостивая госпожа, но ее нет. Я смотрела на балконе, но ее и там нет. Я везде ее искала. Я буду искать ее, пока не найду. Мой дорогой сын, я знаю, тебе нелегко. Но выбрось из головы эту девушку. Для будущего короля интересы народа важнее. И ты отправишься в путь к озерной королеве. Я дал мое королевское слово. Она ждет тебя. Но я должен. Ты ничего не должен. Есть только одно дело, которым должен заниматься король. Он должен служить своему народу. Ты желал сына, похожего на тебя. Зачем принуждать его? Это не только наш сын. Ангел мой. В один прекрасный день он сядет на мой трон. Король, который любит лучше, чем король несчастный. Ну да. Слушай внимательно, малышка. Я верну тебе речь, а ты расскажешь мне, почему убежала. Раскрой рот и говори. Вы требуете объяснений, а я жду их от вас. Как объясните вы похищение семи принцесс? Вы отняли у нас речь, мучаете нас, разрушаете наши семьи. Вы чудовище. Вы можете только... Еще раскаешься, я сделаю тебя последней рабыней в моем дворце. Ты будешь работать на меня день и ночь. Глаз не сомкнешь. Уведите ее. Какое бесстыдство! Во время бегства малышка встретила принца Виктора, вашего будущего супруга. Она его не увидит. Да, она станцует с принцем на моей свадьбе. Thank you.
Их нужно рассортировать. Большие здесь, средние там, а сюда маленькие. Все должно быть сделано к утру. С восходом солнца я вернусь. Высокая цена за маленькую прогулку. Желаю удовольствия. Она не должна ни с кем разговаривать. Не выпускай ключи из рук. Ты слышишь? Слышу. Тогда иди. Принимайся за работу, болван. Доброе утро, супруга Водянова. Так рано? Что-то спешное? Они бросили в темницу еще одно дитя. А, когда это кончится? Отвратительный сброд, черти! У меня для вас хорошие новости. Да? Да. Расскажите об этом внизу. Ваша правда. Теперь можно? Давайте же ваши хорошие новости, а то я лопну от любопытства. Я наконец разузнал. Что разузнали? Что ужасная озерная королева сделала с вашим супругом? С моим Готлибом? Нет, ни слова больше. Я должна собраться с силами. Нам нужен напиток из водяных корешков. Спасибо. На здоровье. Теперь я могу слушать. Она превратила его в раковину. О, ты священный зуб карпа. И если прижать эту раковину к уху, то можно услышать заколдованного. Но сначала нужно ее найти. Но как? Я, кажется, все испробовала. Этот проклятый дворец вдоль и поперек исплавала тайком. Разумеется, под видом карпа. Там много раковин, тысячи. Это безнадежно. Я никогда не найду его. А как поживаете вы и танцовщицы, похищенные принцессой? О, боже, я помог одной из них. Ее зовут Одетта. Она бежала за помощью, но Ротбард ее поймал. И озерная королева замучит ее до смерти. Ай-яй-яй. А нельзя ли помочь бедняжке? Вы высказали мою... сокровенная мысль. Я не спал всю ночь. Теперь я должен идти. Во дворце все вернем. Завтра прибывает избранник королевы, какой-то принц Виктор. Если мы и дальше будем ехать так медленно, то лошади под нами заснут. Пешком быстрее. Если я куда-то не хочу, то и не спешу. И я, ваше высочество... Если бы я должен был жениться на старухе, которая живет в луже. В озере. Ну, в озере. Но от этого оно не станет суше. Я бы сказал, благодарю покорно. И поспешил бы к той, что я добыл для вас. Но я не такая важная государственная птица, как вы. Спорим? Я попаду, мотылька. Оставь его в покое. Ты попадешь, а он на мое несчастье превратится в чудище. Мальчишка, я попадал косточкой в шмеля. А недавно стрелой в лебеде.
Кстати, я вспомнил, вы должны мне золотой, ваше высочество. Мой принц. Видите того деда? Может быть, у него есть чем подкрепиться? Привет, отец! Нет ли чем наполнить два пустых брюха? Что это за травяное варево? Мази, молодой человек, и питье из целебных трав. Волшебные водички. Волшебные водички? От которых волшебное головокружение? Можете попробовать. Вот, посмотрите. А если этим что-нибудь окропить, то у вас никто не украдет. А если осталась золотая монетка? А что с другими? Одной капельки достаточно на что-нибудь, принадлежащее любимому человеку. И вы увидите ее во сне. Пришла помочь тебе. Вместе мы сделаем это играючи. И тогда ты, по крайней мере, сможешь поспать. Но мы же не хотим, чтобы эта бестия отняла у тебя молодую прекрасную жизнь. Мне тебя очень жалко. Дальше, дальше. Оп! Хватит, болван! Ты что, хочешь осрамить меня перед принцем? Если это еще раз случится, я отправлю тебя к рыбам. Ваше высочество, заверяю вас, вы будете совершенно довольны. Будем репетировать, пока не останется ни одной даже малейшей ошибки. Ведь до полуночи еще далеко. Начали. Готлиб, дорогой, откликнись. Готлиб, дорогой, ты слышишь меня? Как мило. Ночной визит. Высматриваешь своего мужа? Да. Вы делаете то же самое. Только мой некоторое время назад угодил в ловушку. В то время как вашему это удовольствие еще предстоит. И тебе, дорогая, тоже. Я облегчу поиски твоего мужа. Тебе будет позволено стать ракушкой. Говори. Раз, два, три. Раз, два, три. Станешь ракушкой и ты. Охраняй ее. Я принесу мой волшебный посох. Если она будет говорить, не слушай. Прочь с дороги. Где она? Предупреждаю, ты раскаешься в своей игре. Мой принц, уже поздно. Не поискать ли нам ночлег? Постоялый двор нам уже не встретится. Сдавайтесь! Бросай оружие! Вы окружены! Тише, Стефан. Я уже хочу ложиться спать. Итак, последний раз. Бросайте свои мечи! Иначе мы их отберем силой. Не советовал бы вам, трусливые собаки. Прочь! Что ты? Что ты делаешь? Не надо! Это принц Евгений. Бросайте свои дубинки! Вы пришли вовремя? Ну-ка, давай! Ну-ка! Ну-ка, катись отсюда! Это я, дружок. А вот так не хочешь? Вот тебе! Вот тебе! Ну вот. Стоять тихо. Здесь? Ну сюда. Опа. А
еще хочешь? Благодарю за помощь. Разрешите пригласить вас к нашему скромному столу. Это предложение стало для нас спасением. В последний момент, ваша светлость, у меня от голода двоится в глазах. Но ты и сражался за двоих. Не осталось ли и для меня глоточка? Даже два. Я и не мог и мечтать, что здесь, в глуши, лучший друг моего брата окажет мне помощь. А как его дела? Скверно. Его невеста, принцесса Маргарита, внезапно исчезла прямо накануне свадьбы. Он не один такой. А у вас крепкое вино. Принц Евгений, я, знаете, в седле с раннего утра и... Вы правы. Пойдемте лучше спать. А вы позаботьтесь о лошадях. Да, мой принц. Я отстаю первую вахту. Это хорошо. Кто знает, сколько разбойников кругом шатается. Местность, мне кажется, ненадежной. Да, здесь полно ведьм. Ты можешь говорить? Наконец я могу тебе все рассказать. Виктор, не знаю, с чего начать. Может быть, начнешь с того, что скажешь, как тебя зовут? Адетта. Принцесса Адетта? Озерная королева меня похитила и держит пленницей в озере, как и всех принцесс. Нас семеро. Она превратила нас в лебедей и сделала нас немыми. Зачем она это сделала? Она хочет выйти за тебя замуж и похитила нас, чтобы ты не мог жениться ни на ком, кроме нее. Я не знаю эту озерную королеву. Но уже ненавижу ее. Я освобожу тебя, Адетта. Ты до меня не доберешься. Она меня заключила в темницу, потому что я убежала за помощью. Это помощь я. Доверься мне. Робин, спокойно. Я верю тебе, Виктор. Стефан, вставай! Нас ждет Лебединое озеро. Дорога каждая секунда. Научно доказано, что у озера нет ног, и оно не может убежать. Еще вчера вы совсем не хотели туда. Сегодня это уже не так. Быстро, давай! Приведи лошадей. В галоп. Принц Евгений! Евгений, у меня хорошая новость для вашего брата. Мой брат получит это сообщение еще сегодня. И будьте уверены, он сразу же пошлет гонцов к отцам других принцесс. И только принц поднял свой меч, во второй раз братья испарились. А через три дня на озере будет жарко. Даю слово. Стефан, за мной. Привет принцу Маркусу! Пока! Да, и передайте привет озерному чудищу. Что я вижу? Здесь кто-то отдыхает. Ха.
Ей кто-то помог. И ты скажешь мне, кто. Я не знаю, клянусь. Лучше поберегись. Я хочу произвести впечатление на принца. Принеси самых больших рыб. Быстрее. Я сделаю из них придворных слуг, горничных и придворных дам. Найди мне самых уродливых придворных дам. Теперь иди. Охотно, Ваше Величество. Ваше Высочество, я чую воду. Озеро должно быть недалеко. Как это понимать? С каких-то пор вода течет вверх. Ты видишь лебедей? Да, я бы сказал. Там вроде Лебединого озера, что ли. Действительно. Хитрец. Эти лебеди заколдованные принцессы, исчезнувшие недавно. Ну и что, мне стрелять во всех? Так как в вашего? Нет. Освободить. Мы должны спуститься в долину, иначе мы не попадем к озеру. Ну, мы должны немного почиститься, мой принц. Мы едем к королеве. Ждите. Сначала мне нужно оглядеться. Мы только проплывем по кругу. Только надо попробовать дно. Чудище! Мой принц, чудище! Чудище! Господи! Кто это, принц? Кто это? Посмотрите-ка, что за манеры! О, мой лебедь, мне чуть не выкололи глаз этой палкой. За что такие переживания? Извините, пожалуйста. Надеюсь, что вы простите нас. Простить? Это не так легко. Честно говоря, почему бы мне не простить вас? А с кем? А с кем имею честь разговаривать? Прошу извинить, я принц Виктор, а это мой слуга. О, принц Виктор. Неужели вы принц Виктор? Тогда вы на пути к озерному чудищу. Должна сказать, я очень удивлена. Фу! Если вы называете озерным чудищем королеву, то я ее так же не люблю, как и вы. Я вам о ней столько всего расскажу. Идем. Идем. Идем? Да. Она пришла и прогнала нас из озера. А когда я стала защищать своего мужа водяного, моего бедного Готлеба, то она превратила его в большую ракушку. Пожалуйста, сверху вниз. Подожди, ваша палка выглядит точно так же. Она заколдовывает ею все и всех. Подходит, выглядит как волшебный посох. Я видела его. Посмотрите на картину. Так здесь было раньше, пока она не пришла со своим глупым посохом, и дворец опустился на дно со всем содержимым. Там были и кухарка, вы и танцмейстер. Побывали? Волшебные водички, да? Совершенно верно. Конечно, частенько. Например, вчера я хочу найти мужа, а по пути я помогла бедной принцессе. Одетта! Это была Одетта! Скажите, пожалуйста, как до нее добраться? Она ведь... Не знаю, как это сказать. Она... Думаю, я вас поняла. Только вы не можете до нее добраться, она в тюрьме. Бедняжка должна сортировать жемчужины. А вас она тоже прикажет охранять, эта злая ведьма. Она глаз с вас не спустит. Она такая, хотя я думаю, может быть, ваш слуга? Да, да. Послушай, Стефан, давай поменяемся ролями. Сможешь? Я буду принцем? Ну, это мелочи. Пардон, ваше высочество, всемилостивейшее подводное величество высочества. Ваше любезное приглашение было для меня бесконечно высокой честью. Я неустанно припадаю к вашим ногам и буду лизать подошву вашего подводного величества. Эх ты, Каспер.
Ай, тебе было бы не до смеха, если... Если эта змея потащит меня в свои спальные покои, ну, эту жертву я принесу моему господину охотно. Мне тоже нужно кое-что сделать. Чувствуйте себя как дома. Мы скоро увидимся. Я верну моего дорогого Готлиба. Ты сейчас на этом месте покажешь мне ракушку, в которую ты превратила моего мужа. Иначе будет. Будет что? Что ты станешь ракушкой. Ну, скорей. Считаю до трех. Раз. Два. Три. А теперь ты последуешь за своим мужем. Ракушка. Ракушка. Что такое? Ракушка. Пока. Ах, она меня надула. Я отправлю ее в ад. Теперь вы должны простить меня. Я ведь не могу вернуть вашу золотую вещь. Я ее испортила. Что происходит во дворце? Вы Адетту видели? А, мне удалось сделать совсем немного, и я едва убежала. А, но я знаю, где ее найти и как пробраться. Угу. Ключ у тюремщика. Следите за ним. А вообще, все готово к вашему прибытию, принц Виктор. Мое почтение, глубоко уважаемое высочество. Они не могут улететь. За ними следит лебединый сторож. Кстати, о полетах. У меня пуговица отлетела. Мой принц, боюсь, вы должны пришить ее мне. Нитка с иголкой в моей сумке. Не понимай наш обмен буквально, и потом не объедайся. Там внизу меня ждут кушанье, и я должен воздержаться. А. Это со дна. Приветствую, ваше величество принца, от имени всемилостивейшей озерной королевы. Ее высочество вас ждет. Благодарю за приглашение. Честно говоря, в воде у меня перехватывает дыхание. Я тону иногда. Ничего не опасайтесь, ваше высочество. Золотая лилия будет вас охранять. Могу ли я просить вас спуститься в воду? Его высочество, кронпринц Виктор. Уважаемая, милостивая госпожа королева, то, что вы меня пригласили, это была... была высочайшая честь.
И для меня большая честь, что вы последовали приглашению. Я сделаю все, что в моей власти, чтобы ваше пребывание здесь было, возможно, более приятным. Я хотела бы представить вам князя Ротбарта, придворного советника. Преданнейший слуга вашего королевского величества, всегда к услугам вашего высочества, принца. Эта кровать свободна. Угу. Здесь до недавнего времени спал лебединый сторож. Его час пробил при первой же ошибке. Смотри, знак, во второй раз. Будешь храпеть, выброшу. Угу. Проваливай. Иди сюда. Иди сюда, пошли. Не хочу. Отпусти. Ты кто? Я тебя никогда не видела. Я принц, слуга принца Виктора. Мой господин гость вашей королевы. Могу я вам помочь? Сразу видно, что ты не здешний. Никто из них не помог бы мне. Еще один бедняга. Тихо. Бедняги, они должны по ночам собирать жемчуг для королевы. Ведь раковины открываются ночью и на одно мгновение. И все в разное время на маленькую щелочку. В эту щелку проходит лишь маленькая детская ручка. Поэтому они работают ночью. Их плохо кормят, чтобы ручки оставались худыми. Я слышал, что жемчуг сортирует одна принцесса. Наверное, в наказание, да? Да, они заперли ее там сзади. Ужасная работа. Я тоже ее делала. Через некоторое время не чувствуешь своих пальцев, а потом мне пришла чудесная идея просеивать жемчуг через сито. Хочешь помочь? Выброси мусор. Да. Одетта. Одетта. Виктор. О, Виктор. Эти сито тебе помогут. Возьми. Одетта. Виктор. Виктор. Я должен идти. Но я вернусь, когда стемнеет. Лучше засни. Плачем делу не поможешь. Меня зовут Михаэль, а тебя? Томас. Я хочу вас вытащить. У меня план. Сначала посмотрим. А ты кто? Это к делу не относится. Скоро здесь будет жарко. Но если вы мне немного поможете, тогда... Что нам делать? Скажу, когда надо.
Вам нравится мой принц? Да, вкусно, Ваше Величество. Я решил похудеть, стать таким же красивым, как вы. Девушки танцуют в вашу честь, принц. Вам нравятся мои танцовщицы? Да, они красивые. Вот бы лошадей так научить. Все идет чудесно. Этого дурака обыграть легко. Спасибо, я разделю. Стой. Покажи, что у тебя. Не делай этого, иначе у тебя будут неприятности. Дальше. А как вам понравились жемчуга, которые я приказала послать вашей матери? Ну, понравились. Да, очень даже понравилось. Можно вам кое-что показать? Вот видите там ракушки? Конечно. Тогда поглядите внимательно. Точное попадание. Я не знала, что вы такой ловкий, дорогой Виктор. Садитесь ко мне. Я хочу показать мои лучшие жемчуга. У меня их много. Невероятно много. А вы наследник большого государства. Вместе мы будем господствовать над всем миром. Если она слегка подрагивает, то будь наготове. Вскоре она слегка приоткроется. Но только на один момент. Смотри сюда. Внимание, началось. Пошел. Пошел. Ну, видишь, с первого раза. Ну, чего ты ждешь? Давай, давай, за работу. Я его приметил. Он воровал для нас еду. Но кто это? Я его прежде не видел. Я тоже не знаю. Эй, мальчики, ко мне. Это русалка. У меня для вас что-то есть. Здесь еда. Разделите между собой. А незнакомец — это принц Виктор. Он хороший, он хочет вас освободить. Когда начнется, мы поможем. Только бы домой. Ура! Ура!
Это волшебная вода. Скоро мы встретимся во сне, и ты мне все расскажешь. Решето мне очень помогло. Я скоро закончу сортировать. Скорее засыпай. Тогда мы будем вместе. Да? Побудь со мной. Почему ты во дворце? Я говорил, что приду на помощь. Я здесь. Я уведу тебя отсюда. А как же другие принцессы? А дети? Все будут спасены. А ты пойдешь со мной навсегда? Да, Виктор. Об этом я мечтала ночью. Ваше Величество. Что такое? Ваше Величество, вас обманули. Настоящий принц Виктор спит в моей комнате. А тот, кто рядом с вами, его слуга. В этой бутылочке. Давай, входи. Да, Ваше Величество. Представь, у меня дома есть собака, похожая на твою. Они могли бы быть родственниками. Посмотри туда. Наши покои наверху. Мы всегда будем завтракать на балконе. Послушай, Адетта, я оповестил отцов всех похищенных принцесс. Короли со своими солдатами уже на пути к озеру. Завтра ночью мы убежим и поскачем им навстречу. Да. Мы должны их привести к озеру и позаботиться, чтобы они достигли дворца невредимыми. Да, Виктор. Тюремщик! Я спрятал бутылочку под подушкой, она исчезла. Ты не видел? Бутылочка, говоришь? Да. А что в ней было? Ну, лекарство для моего господина. Ах, лекарство. Да, нет. Точно. Оно у тебя? Я не видел, не знаю. Ее Величество вызывает тебя. Не подадим вида, что мы все знаем. Ловушка захлопнется, когда все вообразят себя на свободе. А как же короли с их армиями? Они могут быть здесь уже завтра. Глупцы. Мое озеро – лучшая крепость. Без моей воли никто не попадет на дно. Только как труп. Эй, ты, иди сюда. Иди же. Сними ботинок. Нет, не тот, другой. Скорее, ну-ну-ну. Стоять на месте. Зачем ты это сделал?
Ты сказал, что мы скоро отсюда уйдем. Я хотел для мамы. Не плачь, Томас. Вот эти жемчужины, Ваше Величество. Жди снаружи. Такое не должно повториться. Понятно? Мальчишка получит суровое наказание. В назидание другим. Приведи его. Но я отослал палача. И что? Тогда это сделаешь ты. Но тогда у нас будет одним сборщиком жемчуга меньше. Ты ошибаешься. Хотел сказать, одним вором меньше. Чего же ты ждешь? Почему встал? Этот? Сейчас вы увидите, что ожидает тех, кто крадет у королевы жемчужины. Все со мной. Нет, нет, пустите меня. А ты, маленький крикун, пойдешь первым. Нет, нет, пожалуйста, не делайте этого. Начнем, пожалуй. Нет, пожалуйста, нет. Отпустите меня, пожалуйста. Я ведь взял только две жемчужинки для мамы. Для нее ты будешь вкусный мальчик. Я боюсь. Очень вкусный. Что стоите? Бегите за ним! Слушай, вы еще раскаетесь в этом! Ищи там! Там! Что? Здесь нет? А где же они? Ну, как почивали, Ваше Высочество? Я-то спал каменным сном. Чтобы взять такого вкусненького? Например, котлетку. Котлеты и колбаски вам очень подойдут. А я до сих пор не видела вашего камердинера. Говорят, покажи мне твою услугу, я скажу, кто ты. А мне бы очень хотелось узнать, кто вы такой. Нельзя ли сделать так, чтобы Стефан подал мне чай? Чай? Разумеется. Да, конечно. Сейчас, Стефан, чаю. Виктор, вы мне нравитесь. Да и я чувствую нечто... Я хотел сказать, что я тоже к вам не равнодушен. Я полагаю, если подумать, вы такая стройная, восхитительно стройная. Вы... Ее Величество желали чаю? А, вы меня обманули, принц. Ведь этот неотесанный парень ваш слуга. Ха, у него такое глупое лицо, и он плохо пахнет. Пожалуйста, отошлите его, а то мне дурно. Я исчезаю. Пошел отсюда, невежа. Фу. Обещаю вам, сегодня я был здесь последний раз. Надеюсь. Его уже здесь нет. Мне всегда в нем что-то мешало. Он... Ах, такая вонь. И с этой бабой я провел целый день. Неважно, Стефан. Наверное, мы где-то допустили ошибку. Она явно разгадала наш план. Сегодня ночью бежим. Я позабочусь об Адетте, а ты достанешь золотую кувшинку. Золотую кувшинку? О, а зачем? Без золотой кувшинки королевские войска не попадут на дно. Эта ведьма не должна избежать наказания. Итак, полночь в саду, понял? Угу. Конечно, понял.
Сегодня ночью начнем. Угу. 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 Если ваше высочество принц... Оставь, не время тебе. Эй, пожалуйста, возьмите меня с собой. Конечно, ты маленький герой. Но ты покажешь дорогу нам. Хорошо? Да. Угу. Мальчики и девочки собираются сегодня в этом гроте. Сторожа нас могут заметить. Спрячьтесь за камнями. Поймайте четвертого. Он мне нужен. Вы приглашены во дворец Ее Величества. Это действительно большая честь. И к тому же последняя. Берег был уже близок, и я видел, как сияет ваше лицо. И тогда я отдал приказ. Я это так себе и представляла. Я хочу видеть их здесь всех вместе и насладиться этим зрелищем. И не забудь рассказать им, что Но их ожидает. Приведут не всех. Один, который не настоящий принц, я имею в виду слугу, его, наверное, поймали. К сожалению, у него наша золотая кувшинка. Идиот. Ах, у него в руках ключ к моей крепости. Приведи их. Всех троих. Измена! Измена! Выходите все. Что? Их настигли во время бегства. Ой. Мой принц умрет. Я от этого тоже. Я могу как карп мигом проплыть через ручей. Да. А ты поспешишь лесом. Скорее. Да беги же, иначе опоздаешь. Да-да. Ах, вы хотели меня уничтожить. А вышло наоборот. Вы были так близки к счастью, а я его снова отняла. Это доставляет мне огромное удовольствие увести. Прошу прощения, Ваше Величество. Боюсь, что вражеские солдаты могут ворваться в любой момент. К сожалению, у них есть золотая кувшинка. Да, благодаря твоей глупости. Согласен, вы правы, это была моя ошибка. Но что нам теперь делать? Ах,
Ты верно мне служил. Мы оба полетим на знаменитое озеро, которое называется Ариката. Только мы двое. Здесь от нас ничего не останется. Все исчезнет. Дети, принцесса, стража, слуги. В пустом дворце они не найдут ничего. Только пару карпов. Итак, начинай. Станьте рыбами. Станьте рыбами. Нет. Нет. Можете идти. Станьте рыбами! Ах, вы хотите превратить нас в рыб? Нет, вас ожидает кое-что похуже. Обернитесь. Я позову королеву. Она так любит смотреть, как кормят рыб. Наши отцы отомстят за нас. Это им не удастся. Королева и я, мы будем уже далеко, на озере Ариката, на краю света. Далеко. Сегодня. Дальше, дальше. Я не знаю, меня больше нету. Почему они еще не рыбы? Они должны сдать жемчуг. Ты слышал? Они хотят сделать нас рыбами. Держи свой жемчуг! На! Вот как. Ты дорого за это заплатишь. Держи ее! Все сюда! Крепче держите, не отпускайте! За ноги ее! Стой! Охрана! Охрана! Пустите меня! Ах, вы черви! Что вы себе позволяете? Отпустите! Нет! Приказываю! Нет! Вы не смеете! Дай его! Ну-ка, держи! Здесь ключ! Держи волшебный посох! Освободи этих троих из клетки! Ключ! На! Скорее! Наконец-то! Дайте же мой посох! Где он? Где мой волшебный посох? Ну что вы делаете? Скорее! А ее в клетку! Наконец-то! Принцесса, если позволите, я часто проделывала это в мыслях. На озеро, что на краю света, вы вряд ли попадете. Что мы с ними сделаем? Это решат короли. Дети, возьмите столько жемчуга, сколько сможете унести. И по домам. Ура! Приказываю остаться. Сейчас же освободи меня. А теперь домой. Да! Не тащи же меня. Пошли. Ой. Дальше, ну. Ой. Пошли.
последний раз. Теперь ты мне скажешь, какая ракушка, мой Готлиб? Какая ракушка? Смилуйся. Я постараюсь вспомнить. Я ведь тоже человек. Хотя, может быть, и не похож. Ты? Лебеди. Да. Идите, оба идите. Угу. А за этим водяным трупом я послежу. А ты смотри, найди мне моего водяного, понял? Давай, давай. Я стараюсь. Давай быстрее. Сейчас. Помоги мне. Ага. Ну, давай же. Вот так. Сейчас. Ваше Величество, дайте мне тот лом. Дайте же. Ты выдал мою тайну, озеро Ариката. Конечно, я помогу предателю попасть на тот свет. Нет, Ваше Величество! Вы... Виктор! Принцессы! Спасибо, Виктор! Агата! Наконец-то! Спасибо! Это был волшебный посох. Ваше Величество! Ваше Величество! Мой Готлиб! Дорогой господин гофмейстер нашел его! Посмотри, Виктор! Он в этой ракушке! Стань водяным! Ах, моя золотая русалочка! Что, ты куешь? Нет! Твое счастье! Виктор! Стефан, что случилось? Я видел королеву в лесу. Она ускакала. Она не должна ускользнуть. Быстро, коней! Они еще в озере. Че, мне их доставить? Нет времени. Извини, Стефан. Стань лошадью. Виктор! Только этого мне не хватало. О, мои зубы! Что мне с ним делать? Она держится на лошади, как мешок с картошкой. Правда, милый Готлиб? Я поймал ее. Он поймал ее. Принц Виктор. Ой, теперь она будет наказана. Хорошо. Отпустите меня. Вы не смеете дотрагиваться до меня. Я уничтожу вас. Отпустите меня. Вот так. Вот тебе. Разрешите, госпожа. Это же принцесса. Разрешите, госпожа принцесса. Твое сердце твердо, как камень, так стань камнем. Хорошо так. Стань камнем. Она действительно стала камнем. Ой, просто не верится, она совсем твердая и холодная. Ого. А вот и мой отец, король. И мой отец. Эй! Отец! Дитя мое! Ну, наконец-то мы увиделись! Отец, я здесь! Дочь моя! Папа! Куда идет моя собака? Твоя собака? Нет, это моя собака! Господин, если вас не затруднит, уздечка такая неудобная. Прости, Стефан. Ты так хорошо скакал. Стань снова Стефаном. Да.
А между прочим, вы должны мне золотой. Я отдам тебе золотой, кучу денег дам. Ты представишь меня отцу? Да, пошли. Отец! Давай-ка попьем кофейку. С удовольствием. Конечно. Беги, Робин, беги. Не могу выразить, как я горжусь своим сыном. Язык сердца превыше всего. Он торжествует над злом. Да, мне было тоже нелегко. Да. За свою жену я дрался на дуэли. Когда Одетта была маленькой, она охотнее надевала корону на кролика, а не на свою голову. А наш Виктор, подумайте только, хотел быть не принцем, а Робин Гудом. А где наш балкон? Посмотри, он там. Посмотри. Ты мне еще не рассказала, как это летать. Должно быть прекрасно, да? Самое прекрасное в этом было, что я прилетела к тебе. Лебединое озеро.